Здравствуйте, друзья. Приобрел вот такой SSD-диск. 3 года гарантии пишут. Но это уже не первый мой диск. Вначале когда-то была такая мания 120 SSD ставить или там поменьше, и остальное на обычный жесткий HDD. Но вот последних где-то года полтора-два у меня стоял диск Crucial, такой 200 там с чем-то, 250 гигабайт, и нормально он отстоял, никуда не слетел, просто набиралась информация, мне надо было дальше устанавливать программы, и чтобы не забивать больше чем наполовину этот диск, вот я перешел на терабайтник Kings битовский, посмотрим, как он будет работать. А вот этот я на другую машину поставлю. И сейчас это все легко переустанавливается. Посмотрим, ну, на десятке, посмотрим, как это на XP-шке будет. Вот, получится у меня так вот прям перенести один в один. Я про это расскажу. И в следующий раз расскажу про те диски, которые у меня есть. Я их тут уже везде пытаюсь вставить, поскольку действительно есть некоторая в скорости выигрыш достаточно существенный. Вот. Ну и посмотрим, какие диски брать можно, а какие нельзя. Ну, давайте его распечатаем. Посмотрим. Пока это такая. Но упаковочка неплохая, сделана неплохо. Вот такой вот и выглядит. В общем, и, кстати говоря, алюминиевый корпус. Что, в общем, так, это неплохо. То есть это не пластмасса, а алюминька. 512 гигабайт для XP-шки. Мне посмотрим, будет он работать, не будет. Не будет, значит, мы его... Вот такой вот. Ну и смотрится приятно. Приятная краска, приятно сделанный, металлический. Ну, если вдруг что с ним будет не так, я тогда расскажу про это. Ну так, в общем, из Crucial и Kings Beats это самый такой, ну, во всяком случае, на первый взгляд, металлический, сделанный хорошо. В этой ценовой категории мне очень даже понравилось. Вот, так что, как он будет служить и как я его буду устанавливать, ну, вот в следующем видео где-нибудь.